Чук Евгений, номер 6. Воробьев Александр, номер 19. Горчаков Андрей, номер 35. Загоняющий Александр. Айова выигрывает сбрасывание и в первой же атаке реализует 3 очка. Состав команды Washington Bullets. 9. Танакин Денис. Номер 8. Бален Ярослав. Номер 6. Хафизулин Марат. Номер 5. Денис Вафин. Ищет Айова возможность для хорошей атаки. Продолжает ее преимущество, но 3 улетает куда угодно, только не в кольцо. Просят скамейка и тренер Вашингтона отставание до 1 очка. Хорошие 2 очка из краски. Еще одной трешкой. Хорошо бросает Айова на старте этого противостояния. Суммарный счет 1-1-6. В то время как Айова Вульфс не имеют пока ни одного поражения. В отрыв. Не лучший пас. Не будут торопиться баскетболисты Bullets. Подумал я. В итоге баскетболисты Bullets решили разыграть первый неточно. Хороший вход после заслона от игроков Bullets, но не удается им забить. Листы Bullets. Чувствуется слегка нарастающее напряжение. Но, возможно, ребятам стоит сбавить градус, чтобы принимать бой. Более взвешенные решения. Увидел он своего центрового. Аккуратненько перевел мяч и хорошие 2 очка. Баскетболисты Bullets производят замену. Движение мяча, 3 очка, не точно. Потеря от баскетболистов Bullets. Айова устремляется в отрыв. Два очка. Не точно. Баллистами Bullets, но не смогли они удержать этот мяч. И с мячом снова Айова. Айова не попал, сам подобрал и отправил флоттер. Два штрафных. Первый точно. Закидывает Айова этот мяч. Доставили игроку. И 2 очка с разворота.
играют подборы и под своим кольцом, и под кольцом противника. Но вот такие вот обидные потери не позволяют. Подборы и под своим кольцом, и под кольцом противника. Но вот такие вот обидные потери не позволяют вырваться. На площадке снова появляется Александр Воробьев. Первый бросок не точно. Доминирует он во всех аспектах игры. Как уже и подмечали, убегает в отрывы, делает перехваты, собирает. Хотел собрать подбор, но мяч остается за Йовой. Хорошо увидел Воробьев своего товарища после тайм-аута. И будет начинать команда Iowa Wolves. Воробьев с мячом. Не самая лучшая передача. Летела в начале встречи у обеих команд из-за дуги. Но двигают мяч, груди центрового не точно. И Айова устремляется вперед. Айова. Пас, быстрый отрыв и легкие 2 очка. Наращивают обороты баскетболисты Bullets и уже имеют преимущество в 4 очка. Айова атакует, грузит своего центрового. Выводят мяч. Команды пересмотреть счет. У нас была небольшая техническая пауза. И по ее результатам преимущество. А у баскетболистов Вашингтона есть шанс вернуть себе преимущество в этой встрече. Вашингтон вводит мяч в игру. И это возможность. Еще и защищались хорошо. Хороший отрезок от Вашингтона. Впереди нас ожидает концовка встречи. Айова Вульс, Вашингтон Буллетс. Перед этим от Айовы выводят игру в клатч. Всем добро пожаловать, мы в клатче. Блокшот от Горчакова. Айова устремляется в атаку. Не точно, и подбор за баскетболистами Вашингтона. Воробьев 3. Точно в цель! 23 секунды, и мы снова в клатче. Очка разницы, но есть шанс увеличить свое преимущество в этой встрече. Первый мимо.